Збірна Англії таки вирвала перемогу з рук українців. Матч третього туру Євро-2012 групи Д став доленосним для команди Блохіна. Вболівальники засмучені, втім, незважаючи на поразку збірної, все одно переконані. Гравці гідно представили країну на футбольному чемпіонаті. Грали в свою силу. Треба сильніше, звісно, грати. Ну, молодці, вони тримались. Молодці, все, чи... да, вони захищались. Вони настроєні були. Найголовніше, Блохін настроїв. Команда вийшла дуже класно. Блохін зробив ставку на молодежь, ну и она оправдала. Ну, не по счету, но по характеру игры очень великолепно сыграли наша вчера сборная. Центр вроде нормально, защита, но худо-бедно ничего. Нападения вчера просто не было. Милевский выпал, ну что, Шевченко. Ну, Шевченко, конечно, памятник ему надо поставить, но в свое время. Винить не в чем, это я скажу сразу. Играли, ну, так, как они могут играть. Может быть, даже в последнем матче с Англией даже лучше. Они превзошли себя. Ну, обратно, ну, какие-то обстоятельства субъективные, объективные. Мне тяжело судить, которые играли против нас. Ну, тоже, например, то же самое судейство. Скандальний гол у ворот англійців, який судді так і не зарахували, викликав хвилю обурення серед українських вболівальників. Підсумки матчу вони обговорюватимуть ще не один день, звинувачуючи арбітрів у некомпетентності. Все, кто обсуждал эту игру, все видели, и я сам видел, как уже был вот так, ну, метр вроде говоря, да, и он как уже с ворот выбил. Там четко было видно, мяч пересек на 50 сантиметров, а по всем правилам это гол. И обратно возвращаясь к тому, все-таки, наверное, нужно уже в футболе делать видеоповторы и так далее. Вот именно для таких моментов, потому что это, по сути, были, ну, решающие моменты, которые могли бы изменить ход матча. Та навіть якщо б гол у ворота родоначальників футболу таки був би зарахований, до чвертьфіналу наша збірна все одно не пройшла б. Проте рахунок у нічию ще б довго зігрівав серця українських фанатів. Во-первых, был бы, ну, счет был бы, соответственно, 1-1, и мы имели бы не 3, а 4 очка было бы добавлено. А второе, на эмоциональном подъеме ребята могли бы забить и второй гол. Это повлияло на психологию команды, и команда бы пошла бы вперед большей уверенностью, большими силами. И мы бы добились своего результата, выиграли бы и прошли бы дальше. Футбол как-то поднял, как-то Украину, как-то действительно смотришь, машины с этими флажками ездят, люди, когда операторы показывают какие-то отдельные моменты на трибунах, ну просто душа радуется, сердце радуется, что действительно в Украине такое произошло. Втім, футбольный чемпионат триває, и попереду найцікавіше. Отож, херсонские вболівальники, как справжні фанаты спорту, продолжают слідкувати за розвитком подій на футбольных стадионах Украины и Польши. Постоянно смотрим, мы, у нас есть свой клуб болельщиков на работе. Будем смотреть, конечно. Но наша команда вышла, но есть лидеры, которые претендуют на первое место. Теперь я буду болеть, конечно, за испанцев, чтобы испанцы выиграли Англию, чтобы Англия так не радовалась после победы Украины. Мне интересно, кто будет чемпионом, да, кто будет чемпионом, кто будет второе место, третье место. Это интересно. Тетяна Янкович, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.